Это особое мнение. Здравствуйте. На этой неделе нас вновь удивили. Во Франции великого политика и финансиста Страсканна за неприличные делишки правосудие к ответу призвало. Кстати, не впервой. Вот наивные. Делать им, что ли, нечего? Подумаешь, развлекалочки для богатеньких крышевал. У нас это на каждом шагу. Даже по телевидению в открытую рекламируют. Толстый кошелек ищет друга для встреч. Все остальное уже пройдено. Никого и ничего наши страсканчики не боятся. Разве только французских полицейских. У нас все игрушечное. Кодексы там всякие, доллары. Поиграли ростовские девочки на любимом, ставшем русским курортом Египте, с зелененькими долларами. Вот и теперь изучают уголовное право райского уголка. Может, так и нужно? У нас ведь как? Читаешь книгу, то бишь кодекс, а видишь? Да и любой закон можно повернуть по принципу «я так сказал». Более 4 лет провела в судах всех уровней чета сыктывкарских пенсионеров, ветеранов труда. Целую поэму об их мытарствах можно написать. Бывший сотрудник МВД не поделил с ними межу на садоводческом участке, да еще лопаткой припугнул, да еще и посуду у стариков разбил. Участковый из каркировского отдела 5 дней потерпевший добирался. Она судебно-медицинское освидетельствование прошла. Заявление в тогдашнюю милицию написала, а ветеран органов на нее. И пошло, и поехало. Знаете, кого мировая судья судила? Как сатирик Задорнов говорит, не догадаетесь. Женщину, пенсионера. По 2 статьям. Дальше больше. Районный судья по ее жалобе приговор коллеги оставила в силе. Верховный суд, что бывает очень редко, приговор отменил. Новый районный судья опять пенсионерку судил, а бывшего милиционера оправдал. Начали старики дело изучать, а там интересную бумажку нашли. Позже по ней уголовное дело в следственном отделе возбудили в отношении участкового и человека с лопатой. А один из руководителей следственного управления постановление подчиненных отменил. Кажется, справедливость восторжествовала. Да не тут-то было. Дело в милицию пришло, и нет состава преступления. Начал защищать жену муж. И сам приговор получил. Вот теперь пенсионеры на нового прокурора республики надеются. Глядишь, прокурор не только в жалобе этих ветеранов разберется, но и как комиссар Катани станет кое-кого, кое-куда отправлять. Вот тогда, может, и французские, да египетские стражи порядка к нам за опытом приедут. Это было особое мнение. До свидания.